Практическая психология. Здравствуйте, в студии Надежда Бушмелева, семейный психолог. Это программа «Практическая психология». Сегодня мы с вами говорим про эмоциональный интеллект. И я пригласила в студию педагога-психолога Елену Петушкову. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Такая тема – эмоциональный интеллект. Конечно же, это сейчас в тренде, все это обсуждают. Можно почитать книжку, можно задуматься. Но я столкнулась с тем, что это знают психологи, это знают педагоги, но все больше и больше мне задают родители вопрос: а что такое эмоциональный интеллект? Поэтому решила, давайте мы с вами сегодня очень доступно, в такой спокойной форме, всем нашим слушателям расскажем, в чем ценность эмоционального интеллекта, да, что это вообще такое, с чем его едят и почему он для нас важен. Да, конечно, наблюдается общая тенденция развивать интеллект чуть ли не с пеленок, там даже во внутриутробном развитии мама уже читает сказки, слушает музыку, что ребенок это слышит. Но он не только это слышит, он еще способен воспринимать, какие эмоции переживает мама. То есть обеспокоена она в этот момент, или ей до такой же степени нравится слушать Бетховена, как и малышу теперь. Поэтому, как сказать, надо уделять внимание всему, и интеллекту, и чувством, которое мы можем пережить. Действительно. С которыми мы столкнулись. Действительно, да, ребенок только рождается, мы его уже что-то, сразу же массаж делаем, пытаемся там физически его укрепить, да, интеллектуально развиваем, а эмоциональный интеллект, он у нас все чаще и чаще остается в стороне, да. Я представляю сейчас ужас родителей, которые скажут: ну вот теперь мы еще и это должны делать. Ну вот если брать в онтогенезе, то вот этот коэффициент IQ, мы его нажили в процессе эволюции. Так? А эмоции, они есть и у животных. То есть они появились раньше, чем IQ. Поэтому не надо забывать о том, что нам дано изначально, то есть первоначально. А коли это есть, то с этим нужно научиться жить. Так. То есть, когда у нас идут перекосы в развитии, вот ребенок, он интеллектуально одарен, говорят, он уже читает там в 2 года, но он абсолютно не сносен. Мама не может с ним совладать. Дети не хотят с ним играть, потому что они не знают, какую реакцию от него ждать. Это все говорит об именно такой эмоциональной незрелости. То есть ребенок не может совладать со своими эмоциями. Почему не может? Потому что он находится, может быть, в такой среде, что ему не дают пережить то, что ему вот сейчас природа сообразна. Вот это некая такая заученность, которая вот сейчас идет в тенденции, она и отсекает мир эмоций от мира, ну, как бы, осознания этих эмоций. Поэтому надо обращать внимание на это. Ну вот давайте попробуем так, не спеша прямо, да, эмоциональный интеллект. Я для себя его делю на 2 таких очень важных составляющих. Первое — это когда ребенок, ну вообще взрослый человек, да, способен распознать эмоции, понимание и намерения, а также желания другого человека, да. То есть у нас получается, что я вот только-только-только вот тут там родился, да, и я вот уже теперь думаю, кому бы мне улыбаться, да, от кого мне больше будет пользы, тепла, любви, там еще что-то, да. Но это так образно говоря. Это межличностные. Да, межличностные, да, такие моменты. То есть что это нам дает в будущем, если мы вот реально способны бывать распознать эти эмоции, понимание и намерения, и желания других людей? Это нам дает умение лавировать в этом обществе, строить взаимоотношения, выживать в этом мире, то есть не подвергаться воздействию настроения, а умению жить, ну, как бы в гармонии с нашим настроением. Потому что настроение, оно может у нас держаться годами. Ну-ка, да. Расскажите про настроение, которое... Настроение может держаться годами, а эмоции мы можем переживать, ну, как по исследованиям там физиологов, психологов, она длится всего максимум 12 минут. Минут. То есть от мгновения до 12 минут максимум. Как здорово. Это длится эмоции. То есть воздействие ее на нас. А потом уже идет наше настроение. То есть если мы словили эту эмоцию, да? Да, мы ее словили. Правильно прожили, прочувствовали, да? Поэтому и говорят, что эмоцию надо прожить, ее нельзя давить. Если мы будем давить эмоцию, мы задавим себя, мы задавим свою душу. Ее невозможно задавить, потому что эмоция, она находится в области подсознания. А вот наше настроение — это уже сознание. Это уже сознание. Да. То есть мы уже настроением своим можем регулировать, да, его? То есть вот природа эмоций, она, ну,
как сказать, можно сказать, понятно. Обжегся. Угу. Больно. Больно. Кто-то изменил, кто-то предал. Мы можем понять. А откуда идет настроение, это очень сложно догадаться. Угу. Потому что порой это вообще может тянуться с детства. Угу. То есть мы он что-то не пережили. Меланхоличный. Да. Настроение у него сегодня меланхоличное. Да. И он, вот ему может уже быть 25, и он все в таком настроении. И поэтому этот человек обращается к психологу или к психоаналитику. Угу. И психоаналитик, как правило, обращается куда? В детство. В детство. Угу. И начинает вытаскивать, откуда это все было. Угу. Откуда пошел этот неудачный опыт эмоциональный? Эмоциональный. Хорошо. Итак, мы разделили, значит, эмоциональный интеллект — это на способность распознавать эмоции, угу, понимать намерения и желания других людей. Угу. А вторая часть, что для меня вот не менее важно, угу, это способность управлять своими эмоциями. И мне кажется, что вот этому нас тоже, в принципе, нигде не учат. Да, и поэтому, если вы этому научили своего ребенка, то он может еще любого человека, у которого высокое IQ, uh-huh, да, сделать не раз. Итак, для чего же нам нужно управлять своими эмоциями? Прежде всего для того, чтобы преследовать одну очень важную цель, да, это решать какие-то практические задачи, которые нам жизнь нарезает ежедневно, правильно понимаю? Да. Итак, эмоциональный интеллект. Как его мы можем с вами потрогать, почувствовать? Как мы можем сказать, что вот этот ребенок с хорошим эмоциональным интеллектом, а вот с этим ребенком было бы неплохо, чтобы, например, родители уделили здесь больше внимания? Какие такие вот признаки мы можем, маркеры? Маркеры, они определяются в основном в поведении и в построении отношений между детьми, но также и между, ну, взрослыми, угу, людьми. Давайте приведем пример вот человека, у которого все хорошо с эмоциональным интеллектом. У человека, у которого все хорошо, он просто считывает состояние другого, угу, человека. То есть у него эмпатичности очень много. Угу. Он дает отчет своему состоянию, что он чувствует, и также может считывать настроение и состояние другого человека. То есть лишний раз не будет? Да, он не полезет лишний раз, ну, например, там, под кожу, не будет заводить, он будет или успокаивать, он выберет ту модель поведения, ту модель общения, которая будет продуктивна. То есть она не будет нести, да, разрушающий эффект, угу, как для него, так и для, ну, будем говорить, собеседника или партнера. Хорошо. Значит, следовательно, вот, например, давайте мы сейчас, так как мы берем опять-таки детский период, да, угу, вот ребенок, у которого незрелость в эмоциональном интеллекте, он что? Он чаще всего как себя ведет? Ну, как правило, он или провоцирует, или уходит от общения. Угу. Провоцирует других на агрессию, дабы выплеснуть то, что у него накопилось, или вообще уходит от общения. Он, будем говорить, такой вот... как это даже сказать, ну, такой с синдромом или с дефицитом внимания. Угу. То есть этот, как сказать, этот компонент, он выявляется в разных степенях, все зависит еще от типа высшей нервной деятельности. Угу. Вот и получается, что вроде бы интеллектуально ребенок развит хорошо, да, физически тоже может заниматься, угу, спортом, но тем не менее все время как будто бы неудобный, непринятый, непонятый, не является там в центре внимания в положительную, mm-hmm, сторону. Правильно, mm-hmm, я поняла? Да? Да. То есть вот примерно такая картинка вырисовывается. Вот у нас вот бытует такое выражение, например, мы очень часто спрашиваем, как ты себя чувствуешь? Mm-hmm. Ну, практически это первая фраза, ну, при встрече. Mm-hmm. Как ты себя чувствуешь? Что ты ощущаешь? И всегда какой ответ? Нормально. Нормально. Что значит нормально? Ни туда, ни сюда. Mm-hmm. Ни хорошо, ни плохо. Mm-hmm. Да? То есть надо учить не только детей, но и всех нас умению чувствовать прежде всего себя. Угу. И как можно чаще спрашивать, что ты чувствуешь. То есть самого себя сначала самого начинать, себя, да? Прежде. Что, угу, ты сегодня чувствуешь? Причем ответ нормально, он практически исключается. Угу. Что ты сейчас переживаешь? И чем больше вот этот словарь эмоциональный, тем больше богаче опыт. Угу. Тем ярче становится общение и ярче становится жизнь. Да, иногда бывает так, что, ну, не ярко, грустно, угу, печаль какая-то. Но это тоже нужно пережить, чтобы, ну,
как сказать, безболезненно выйти из данной ситуации. То есть, во-первых, познакомиться с этими эмоциями, да? Потому что какая бы ни была эмоция, это твой уже опыт, да? Да. Ты его нарабатываешь. Помимо этого, каждая эмоция ведет к какой-то психосоматической реакции. Например, если нам страшно, у нас, например, холодеют руки, замедляется дыхание, то есть мы испытываем. И в этот момент у нас копится энергия для того, чтобы принять какое-то решение, какое-то действие. То есть, замедляя вот все эти процессы, мы аккумулируем энергию действия. Угу. Если же мы находимся в состоянии радости, то у нас очень много эмпатии, мы, как сказать, готовы творить, действовать и и любить свернуть этот мир. Да, любить этот мир. То есть каждая эмоция, она ведет за собой какую-то реакцию. Угу. И умение отслеживать эти реакции, там, похолодели руки, онемели ноги, там еще что-то там. Участилось сердцебиение. Участилось сердцебиение. То есть вот умение отслеживать это, ну, великий, как сказать, дар, который нужно нарабатывать. Угу. Причем, если мы говорим, что IQ чем раньше, тем лучше, угу, то эмоциональный интеллект можно нарабатывать в течение всей жизни безостановочно. Угу. И чем вот он больше проводишь вот такой, даже, как сказать, может быть, самостоятельной работы, если, конечно, удастся лучше поработать с тренером с каким-то, тем больше благ от жизни мы сможем получить. То есть алгоритм следующий, да, любое свое состояние, будь то, например, тревога, там, mm-hmm, радость, там еще что-то, да, вы сначала осознаете. Мы, да, сначала проживаем. 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 12 минут мы его проживаем. Испытываем. Да, его нельзя отбрасывать. С ним надо побыть, с этим состоянием. Не бежать никуда. Не бежать, да? Надо просто остановиться, его нужно прожить. Оно всего будет длиться 12 минут. А все остальное — это наши надумки. Надумки. Да. Угу. Итак, алгоритм. Значит, мы это проживаем, осознаем, и потом, я так правильно поняла, что мы должны каким-то образом, то есть получаем опыт и отвечаем себе, для, да, что это для меня, для чего это для меня, да, и как я потом в будущем, ну так прямо, да, могу на это опираться и жить дальше. То есть вот это же состояние там, да, когда там тебя... как это говорят, ушатом холодной воды, да? Вот человек, который вылил ушат, вы его увидели, вы пережили эту эмоцию, и в следующий раз вы нажили с ним опыт, с этим человеком, вы его уже видите, так, вы к нему близко уже не подойдете, не подойдете, потому что у знаете, вас что уже там... осознанность. То есть, когда был ушат, это было бессознательное. И от этого бессознательного вы получили определенный опыт. Мне это не надо... И все. Да, и я буду от этого туда держаться подальше. То есть вы нажили опыт, то есть ушли уже в сознательное. То есть это уже растет эмоциональный интеллект. А вот, то есть взаимосвязь бессознательного с сознательным при наработке определенного алгоритма действия — это уже формирование эмоционального интеллекта. Отлично. Тогда давайте мы сейчас с вами вот так же доступно расскажем нашим слушателям, как можно в детях... Понятно, что мы с вами уже взрослые, да, там можем порассуждать об этом. Как можно ежедневно помогать нашим детям, да, взращивать вот этот эмоциональный интеллект? Прямо вот прямо пошагово. Во-первых, наверное, все, что касается наших объятий, да, все, что касается наших эмоций, связанных с любовью. Об этом нужно говорить. Обязательно. Значит, ребенок, он как губка, он впитывает все, что происходит в семье. Давайте начнем с семьи, так ведь? Потому что мы получаем ребенка, ну, например, в рамках каких-то образовательных учреждений уже в определенном возрасте. Вот он родился, у него уже есть эмоции. То есть он уже выражает плачем, криком, голод, там еще что-то, как бы это выражается. И в этот же момент он впитывает все, что происходит в семье. С каким лицом подходит мама, какие звуки издаются, нравится ему это, он это слышит, он в этом растет. То есть он уже накапливает эмоциональный опыт. Чем больше эмоций он наблюдает, тем больше идет ответных реакций. Ну, там у нас сначала комплекс оживления, улыбается, то есть это все эмоции. И потом уже, когда уже формируется вербальная реакция, то есть ребенок начинает говорить, начинается уже развиваться понимание речи, надо говорить, что ты переживаешь. Я тебе рад. Я счастлива, что ты подарил мне счастье, там еще что-то. Я сегодня веселюсь рядом с тобой. То есть нужно говорить о том, что мы переживаем. То есть вот у холодных, ну, образно говоря, да, холодная там мать или отец, да, у них, которые не дают
Вот это, да, душевное замороженное состояние, да, или мертвое, еще их называют, да, эмоционально, то тут, наверное, будут сложности, да, с взращиванием эмоционального интеллекта у ребенка. Ребенку будет сложно, потому что очень сложно выразить эти эмоции. Он их не видит. Ему тяжело, он не разграничивает, в каком состоянии мама сейчас. Вот сейчас сразу же, слушая ваши слова, вспоминаю, как однажды в литературе читала такую фразу, когда клиента спрашивали, что вы помните о своих родителях, он говорил, у мамы все время болела голова, и она ходила с выражением «отстаньте от меня, вы мне мешаете дышать». Да, вот чтобы вот не было таких состояний, да, потому что больше никаких эмоций он не мог вспомнить из своего детства. Ну, это тоже можно смоделировать. Если бы мама говорила, почему у нее или так, от чего у нее болит голова, всем бы окружающим было понятно, что нужно исключить, чтобы маме было лучше. Угу. И опять же, да, да. Эмпатия, сочувствие, да. Вот эти эмоции они можно сразу было бы развить. Да, они стали бы работать. Угу. Вот это очень важно, да, очень чтобы взрослый... важно. Взрослому обозначать свои эмоции. А то, ну, зачастую наказывают ребенка, выражают свое неудовольствие, но не говорят, что они при этом чувствуют. Почему ребенку нельзя это делать? Почему нельзя есть этот же снег? Не ешь. Не ешь, да. А почему? Расскажите мне. Да, не ешь. А почему не ешь? Хочется, да? Там, ты мне доставишь много хлопот тем, что ты можешь заболеть. Или я сама хочу съесть весь снег. Да, мне самой запрещали в детстве. Да. Вот. Оставь ты мне доставишь много хлопот. Ребенок однозначно не захочет доставить эти хлопоты. А или говорите, наоборот, так захочет. Или наоборот захочет, но это все зависит уже от ваших взаимоотношений. А говорить о том, что ты заболеешь, ну что заболеешь, я буду дома. Да? Как бы дети, у них же память короткая, они не помнят все свои ощущения, связанные с болезнью, что им было тяжело, как правило. А вот это, а ты мне доставишь много хлопот, да, маме хлопот нет, маму надо беречь. Ну, как правило, это срабатывает интуитивно. Поэтому вот нужно говорить, что ты переживаешь. Также приходишь с работы усталый, надо буквально 10-15 минут, чтобы вот стряхнуть себя вот эту пыль дня, да? Просто объявите близким. Вот у меня сегодня был очень, такой стремительный день, мне надо 10 минут, чтобы остановиться. Ну, никто не подойдет. Все возьмут какие-то обязанности, тихонько распределяться. А если будешь строить из себя героиню, накрутишь всем, результат такой. То есть, как правило, мы не говорим о своих эмоциях. Но это была такая система, я бы сказала, образования, обучения. Мы вообще мало что чувствовали, как будто бы. Это, знаете, тут тоже у меня сокурсница, она говорит, когда я раньше смотрела фильмы заграничные, когда говорила мать своей дочери, там, я тебя люблю, мне казалось, боже, это вообще предел мечтаний каких-либо, потому что моя мама мне такого никогда не говорила. Она говорит, теперь я своим детям, а их у нее трое, говорю по 100 000 раз на дню, что я их люблю, потому что для меня это была такая дефицитарность, и сейчас я эту дефицитарность хочу, конечно же, отдать. Вот она накопила свой эмоциональный опыт. Она пережила это. Она пережила это уже в зрелом возрасте. В детстве она не отдавала отчета, что ей нужны эти слова. Она просто жила. И в определенный момент у нее произошло то, что она этого не слышала, а как ей это было бы необходимо. То есть она сама справилась со своей вот этой работой по вытаскиванию своего внутреннего ребенка на свет. Хорошо. Давайте попробуем разобраться, все-таки каким образом еще работают педагоги и психологи с детками по... Вот мы сейчас с вами говорили про на бытовом уровне, да, а на профессиональном уровне. Как в детских садах, в школах можно... опять-таки, помочь ребенку развить свой эмоциональный интеллект. Ну, существует очень много игр, есть эмоциональные театры. Сейчас очень много игрушек выпущено с разными эмоциональными, окрасками. Есть кукла, которая плачет, которая смеется, есть с нейтральным выражением лица. То есть есть такой театр. С детьми проигрывают различные, сценки, сказки, предлагают выбрать. Очень много пиктограмм, которые отображают эмоции, там сдвинутые брови, опущенные уголки губ, там. И ребенку предлагается прочитать, что здесь. Чтобы это могло быть. Попробуй сделать так же. То есть предлагается зеркало, ребенок пытается изобразить на своем лице при помощи мимики то, что изображено. А потом его спрашивают, что ты
чувствуешь? Угу. Какое у тебя сейчас настроение? То есть в определенные переживания, в определенные эмоции оно накладывает не только на лице отпечаток, но и на всем теле. То есть там приподняты плечи, опущены руки, там сгорблена спина, опущена голова. То есть по всему можно прочитать, в каком состоянии пребывает человек. Угу. Даже скрещенные руки на груди, да? Угу. Все ведь понятно, закрыт рот. То есть вот эти все игры, они проигрываются с детьми. Но проводит работу, как правило, психолог, потому что у воспитателя компетенции может не хватить, угу, на то, чтобы объяснить детям определенное, ну, как бы, состояние. Очень много в литературе случаев. То есть в каждой сказке, у меня даже есть некоторые цитаты. Угу. Можно прям, давайте зачитаем. Можно вот эти литературу привлекать, ну, как бы, нам во благо, да? Угу, угу. Ну, вот, например, давайте. Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Зовет Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Алёнушка слезами. Какое она сейчас испытала чувство, какую эмоцию? Какую эмоцию? Печаль, горе, да. Угу. Печаль — это, ну, когда уже ушел безвозвратно. Да, да. А горе — это еще есть шанс вернуться. Что вернется. Да. Вот. Ну и, ну, много таких. То есть прямо даже в сказках, да, мы можем ребенка спросить? Если взять любое, практически любое литературное произведение, оно прямо вот окрашено эмоциями. Надо уметь это читать, вычленять. То есть чем больше ты будешь тренироваться в этом, тем больше ты будешь узнавать. Вы знаете, еще мне очень нравится такая методика, когда через арт-терапию, да, мы с вами работаем с детьми, потому что включаем, например, ту или иную музыку, вы можете также спокойно готовить ужин, да, и в это время, например, у вас звучит какая-то музыка, и вы... И я начинаю рыдать. Ребенок меня спрашивает: а почему ты плачешь? Ведь все было хорошо. Я говорю: ну такая печальная музыка. Да? И вот это: о, да, действительно, почему? А почему она печальная? А кто там умер? Да? И я говорю: нет, не умер, это как раз время осени. Да? И вот мы вот все вот эти вещи можем с вами, с нашими детьми проговаривать, что такое. Вот у меня был, например, в практике такой момент, когда девочка вообще не знала, что такое осенний лес. Да, и когда мы ей говорим: а представьте, что вы сейчас в осеннем лесу, да, она удивлялась и говорила: а это как? А что там в осеннем лесу особенного? Mm-hmm. Да? Это тоже момент вот как раз нехватки вот этого эмоционального интеллекта, потому что я не могу представить, у меня нет опыта. А вот это как раз связь с IQ, то есть со сферой общей осведомленности. Опыта нет в этом? Сложно переложить. И поэтому я не могу прочувствовать даже, что там такое может быть. Я не могу провести ассоциацию между явлением и чувством. Поэтому слушаем музыку, читаем книжки, разбираем цветотерапию. Расскажите про цветотерапию, какие методики есть. Ой, это огромное количество методик. Но в семье приемлемо что? Предлагается ребенку выбрать одежду с утра. Угу. То есть выкладывается разных цветов, как правило, все разноцветное. Ребенок выбирает, почему ты выбрал это? Да, ну, например, почему я всё голубенькое хочу одеть? Ну, я потому что такое, ну как... Воздушное легкое настроение сегодня. Да, я сегодня как солнышко беру желтое. Угу. Там, мне сегодня грустно, я возьму потемнее. То есть вот почему... Угу. Вот это ключевой вопрос, почему, да? Почему, да, угу. Почему это? Выбери что, почему. Была такая, ну, это, наверное, лет 10 назад внедрялась такая методика эмоциональных карт, то есть ребенку в течение дня предлагался набор карточек Люшера, и, например, с утра приходит, выбирает цвет, фиксируется результат, потом после прогулки и вечером, когда ребенок уходит. И эта вот методика, она велась в течение недели, например, на фоне группы, а потом отслеживалось состояние ребенка. Тоже показательно. Эмоционально, да, тоже, эмоционально, да? Показательно, а потом беседовали с родителями. И выяснялось, что, например, когда ребенок брал какие-то тревожащие цвета, что там что-то в семье происходило, какие-то явления или еще что-то. То есть ребенок он приносит это, привносит. Но и в течение дня, конечно, смена настроения смена приветствуется. Настроения, да? Потому что, ну, какие-то... Мы не можем же все время быть на подъеме, да? Ну, когда все на подъеме, можно сказать, что вы идиот. Ну, и когда все совсем уже печально, да? Ну, это уже депрессивное состояние. Ну, знаете, вот тоже печаль, это, да, это глубокое чувство, ведущее к депрессии, но большой это как бы... скачок в эмоциональном развитии дает именно то, когда мы переживаем какое-то падение. То есть какое-то острое ощущение, какое-то вот, я не знаю, не то что потери. На уровне выживаемости? На уровне выживаемости, да. Вот
мы как раз вот испытываем такое состояние, которое нам дает волшебный, будем говорить, пенди. Угу. Но надо учитывать тут один такой нюанс, что в этой ситуации никто не должен помогать, никто и ничто. То есть только ты должен сам человек. Только сам. Угу. И тогда ты достигнешь высоты. Потому что когда ты сыт и весел, ты думаешь, что у меня еще есть резерв, и я еще немножко протяну, и ничего делать тебе не хочется. А вот когда ты уже вот падаешь... Угу. И тебе надо оттуда как-то со дна-то выплывать. И ты начинаешь... Ну, я говорю сейчас о продуктивных вещах и говорю о зрелости эмоциональной. То есть это не про детей больше, да? Не про детей, это уже осознанность такая. И ты начинаешь давать отчет своей эмоции. Не то, что отчет, ты ее прожил, и начинаешь, у тебя ум устаканился, и ты начинаешь думать, что тебе делать, как оттуда выплывать. То есть нет паники. И вот тогда называется это прорывом, да? Это тогда называется ты начинаешь... вот именно это прорыв. Да. Потому что если взять вот все изыскания, все истории успеха, то, как правило, успешные люди, они все добивались всего сами. Самостоятельно, да. То есть у них ничего не было, и в какой-то определенный момент их вот начинало вот вывозить. Вот вы когда сейчас говорили про то, что ты когда весел и сыт, и ни о чем не думаешь, у меня сразу же сказка «Три поросенка», которую сегодня с утра слушали за завтраком, да, и когда я ребенку объясняю, что вот только один решил, что он должен построить к зиме дом, а два просто веселились, были сытыми и довольны. Тут ситуация такова, что, как, ну, это уже говорю про взрослых людей, состоявшихся. Вот тут надо научиться жить сегодня, немножко заглядывая в завтра. В завтра. Но это тоже... есть мне хорошо сейчас, я живу сейчас, но я предполагаю, что будет завтра. То есть этот поросенок знал, что будет холодно, будет ветер, будет. Поэтому надо строить дом. Он немножко заглядывал в завтра. Ну вот это не свойственно детям однозначно. Нет, это взрослая позиция, да, это зрелая. Эмоциональная. Да, зрелая эмоциональная позиция. Хорошо, очень интересно у нас сегодня такая программа получается. Давайте еще поговорим про вещи, когда, например, возникают ситуации, что эмоции, да, мешают нам принимать какие-либо решения. То есть, знаете, говорят, что там, да, откинь эмоции, вот сейчас холодным умом, трезвым рассудком ты должен принять решение. И ведь чаще всего, вот чем больше читаешь литературы, да, чаще всего говорят, что вот эмоции в это время нельзя было отбрасывать. Нельзя. Еще раз в чем вернусь. Особенность, да? Эмоции — давайте. Это бессознательно. То есть это очень-очень опытная операционная система. Да, мы ее не можем не изменить, мы не можем ее не подавить, ничего. А то, что накладывается потом, это наши надумки, наши задумки. То есть это наш ум. Наш ум, шаловливый. Он очень изворотливый, он предлагает множество вариантов. И мы в каком-то варианте начинаем застревать. И начинаем эту ситуацию вообще вот всю продавливать и накручиваем, и накручиваем. А по сути-то нам надо только 12 минут пережить. То есть мы пережили эмоции, успокоили ум, привели дыхание в норму и начинаем действовать. Но эмоцию подавить невозможно. Мы ее всегда проживаем. Всегда проживаем. Но тогда я немного запуталась. Если, например, я испытываю гнев, но я его не выразила, этот гнев, да, то я его подавила. И дальше у меня там... Вы подавили не гнев. Я подавила. Вы нажили новое состояние и накрутили на него... Какой-то... То, что было. Вы гнев испытали в связи с чем-то, с каким-то фактором. Да? Вот что-то вас побудило к этому гневу. И вы накручиваете вот на этот фактор свое настроение. Свое настроение. Свои вот эти изыскания ума. Все. Все, теперь мне ясно и понятно. Надеюсь, что и нашим слушателям тоже много что стало понятно. Елена, в завершении нашей программы хочу попросить, можете ли вы порекомендовать нам пару-тройку книг, да, авторов, что можно почитать по этой теме, которую мы сегодня с вами раскрываем? Ну, как сказать, меня очень заинтересовала книга
Угу. Человека, который внедрил именно это понятие эмоциональный интеллект, это Дэвид Голман. Угу. Эмоциональный интеллект, так и называется книга. Написана очень структурированно, научно и в то же время таким достаточно доступным языком. Да, мало того, я могу порекомендовать вам, друзья, послушать аудиоверсию, если вы, например, не хотите читать. Угу. Да, можно скачать на флешку и в машине едете и слушаете. Там есть о чем поразмышлять. Приятно. Вот. Для детей есть набор игр, изучаем эмоции, и есть, как сказать, целые словари эмоциональные. Uh-huh, uh-huh. Я вообще предлагаю родителям изучить даже самим эти эмоциональные словари. Ну, я перед тем, как идти в эфир, посмотрела в сети книжных магазинов. Uh-huh. Практически везде эта литература присутствует в огромном количестве. Угу. А я сейчас в завершение вспомню, была на тренинге, где нас попросили в течение минуты написать состояние эмоциональное, угу. которое мы испытываем, угу. да, и потом попросили прочитать их mm-hmm. и посчитать, у кого их больше. Да? Mm-hmm. Так вот, у женщин их оказалось намного больше, нежели у мужчин, потому что там у нас такая смешанная была группа. Да? И мужчины хором сказали, как мы вам завидуем, милые женщины. Потому что женщина, она переживает больше эмоций, mm-hmm. и у нее в связи с тем, что она переживает больше эмоций, интуитивности больше. Mm-hmm. То есть интуитивности в считывании окружающих. Вот. А что такое интуиция, да, по версии некоторых людей, не очень научного сообщества? Это то, что, в общем-то, дало нашему женщине возможность тысячами лет жить и не думать. Ну, не думая, да? У нее появилась интуиция. Как хорошо, что у нас она есть, да, у всех. Ну что, друзья, сегодня мы говорили об эмоциональном интеллекте. У меня в студии была гостья, педагог-психолог Елена Петушкова. Лена, спасибо вам большое, и ждем вас в следующий раз. Встреча. Да, и еще, кстати, именно эту же тему, но в более широком формате мы расскажем на родительском, на общегородском родительском собрании, которое случится 15 марта. Все подробности вы узнаете, если будете читать нас в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. До встречи. Практическая психология.